если нет каких-то идей получше, то, наверное, здесь. Что-то в виде сыра, не знаю, блин, туда перебираться неизвестно, насколько там лучше. Ну, давайте здесь. Здесь как-то... Ну, да. Сколько свечек. Красота. Все-таки красота. Тут было сухо, там вообще было совсем сухо. Почему рюкзак? Видимо, что-то нарушилось, и сюда вода пошла. Потому что я помню, что здесь у нас стояла палатка. Спали, стол был где-то. Тут палатка небольшенькая, там туда помещалась. Плит тех не было. Было очень хорошо, уютно. А сейчас тут, блин. Болото. Ну, впрочем, это уже не важно по причине того, что все-таки, скорее всего, конечно, они ее найдут и зальют. Но мышек жалко на самом деле. 3 штуки. То, что я видел. Может, и больше. Ну, конечно, больше. То, что мы видели. Так-то, конечно, их будет значительно больше. Что с ними делать, непонятно. Может, они все-таки ничего не сделают, пока тепло не настанет. Ну, шанс есть, если мы оставим. Ну, понимаешь, она была закрыта. Я подозреваю, что как только они увидят этот лаз, то, в общем, они сделают то, чего, естественно, и должны сделать, они его просто закроют. Ну, не будем закапывать, закрывать, я думаю. Нет смысла. Но они все равно ее найдут. Что так, что это, что раз так. Ну да, прямо на пути находится. Да и, наверное, пускай уже лучше найдут. Потому что если кто-то сюда на машине потом улетит, это тоже ничего хорошего на самом деле. Пещера, конечно, жалко, но если погибнут люди, это тоже не весело. Но шансы есть. Сейчас дорога уйдет под низ и все. Ну да. В Одессе под дорогой пещеру не уничтожали. Там сделали эти бетонные арки, там, ну, усилили бетоном. Там прикольно стало, как где-то в дворце каком-нибудь. Ну вот да. Действительно могли бы так поступить. Просто укрепить как-нибудь и все. Жалко. Тем более, что действительно такого вот даже отдаленно похожего я вообще никогда не видел. То есть понятно, что типа саблинских пещер много, да? Ну, известные. Вот именно много, но именно таких нигде нет. Сколько это по подмосковным, тульским ходил, одесским, крымским, нету такого нигде. То есть какая-то масонская какая-то. Да. Прикольно. Короче. Архимед, когда только вскрыл, он там работал с Мориарти, Башмаком, еще кем. Ну еще из ЛСП. Слышал о легенде об ЛСП? Нет. Ну, книжка есть. Она, в принципе, в интернете есть, в цифровом виде. Это первая спелеологическая организация официальная, в 83-м, что ли, году основанная. Ради восстановления, реставрации Тайцкого водовода. Ну и на базе этого вообще, в принципе, ЛСП появилась по всем пещерам. Ленинградская спелеологическая партия. Ага. Ну, про восстановление Таецкого водовода я слышал. Между прочим, восстановили там очень много, насколько я в курсе, чуть ли не 7 километров, да? Ну, там даже больше, по-моему. Вот. Кстати, Таецкий водовод тоже хотел бы посетить. Вообще интересное место для посещения, вот на твой взгляд. Таецкий, я там ни разу не был. Что-то пилигрим мне про него сказал какую-то не очень хорошую штуку, что его уже там. Он настолько давно брошен, что он весь там позасыпался, там какие-то куски, ошметки остались, там нечего уже смотреть. Но слушай, ну вот честно скажу, я на Ютубе смотрел выступление чувака, 13-й год или 14-й он туда ползал, да? Вот он туда даже велосипед затаскивал. То есть нет, он на нем не катался, он вот естественно сознался, но ради прикола он туда затащил. Все-таки куски. Ну, пилигрим, есть некий товарищ такой, МШ, соответственно, достаточно популярный видеоблогер на Ютубе. Вот, очень раскрученный. Он ходит вот по всяким таким, соответственно. Он в Чернобыле, например, ползал неоднократно в сталки, в дикие, соответственно, то есть незаконные. То есть один раз он законно ходил, туда посещал. Вот, и раза 3 или 4 незаконно. Ну, собственно, на чем себе ими сделал. Ну вот, он ходил в Таецкий водовод, этот, смотрел там, то есть достаточно интересное видео. В общем, есть куски, которые можно посмотреть, по-моему, вполне себе неплохие. Единственное, что там, конечно, что-то ногами кренделять, я не знаю, если на машине не везде там проедешь. Не знаю, странно, довольно.
Но, видимо, для него масштабы тех времен, каким он был... Ну, там один узкий длинный ход, фактически. Причем в котором надо идти... Там комплекс огромный, там не только один длинный ход. Ну, в основном, вот то, что сохранилось. Нет, они там местами разветвляются, раздваиваются, там, да, там есть такие места. Но, в принципе, то, что сохранилось, это вот один такой длинный ход с такой красивой арочкой, как там, типа, кирпичиками выложен. Со временем он переходит в бетон, то есть, как бы там, часть новая, часть старая. Строение. Ну, это то, что я слышал, и то, что видел, собственно, глазами, да? Не знаю, правда. Ну, я думаю, что все-таки, если честно, скорее всего, правда. Ну, в общем, когда ЛСП познакомились с Архимедом, вот Архимед тут в Тельзях работал, как раз откапывал тот шкурник, там провал разгребал, крепи эти укладывал. Ну, считалось довольно-таки опасным местом, а у спелеологов не принято фоткать в опасном месте, ну, примета плохая. А ты ж под камнем это как? Ну, я в принципе вообще никогда фоткаться не люблю почему-то. Ну, там, ладно. Тут как-то задор какой-то все-таки. Ну, да, часто бывает нарушаем, конечно. Но вот, бывает иногда страшно. Вот мне в той части одному оставаться действительно не по себе. То есть, не просто так сказал, это было всегда. То есть, как бы, сколько раз я оттуда не вылезал за тройник, всегда сзади было неприятно. Там кто-то живет. Ну, согласен, в таких местах очень ясно начинаешь ощущать какие-то шорохи, звуки. Ну, кстати, будешь нырять при дайвинге, ты еще не такое увидишь и услышишь. Там на самом деле, то есть здесь на самом деле по сравнению с дайвингом, чем это отличается, да, кардинально? То есть ты, конечно, в замкнутом пространстве, ты под землей, ты это понимаешь, что там остался без света, ты не будешь ничего видеть, да? Вот, но у тебя прекрасный прозрак, то есть ты видишь на 10, 15, 20 метров дальше. Вот, в дайвинге, когда ты видишь там на 1,5-2 метра в наших водах ныряя, это уже очень круто. Вот когда ты реально хорошо видишь, да? Вот. А бывает так, что 10 сантиметров видимости и ни один свет тебе не поможет. Ну, да. И вот когда ты вот тут, в такой ситуации оказываешься, это еще так... и под водой, с ограниченным запасом воздуха. Это как пастор рассказывал, он там в Сосновом озере в прорубь нырял. Вот. И что-то как бы несколько раз сталкивался с тем, что не всегда сразу прорубь находил. Обратно, когда вылезал-то? Ну да. И решил следующий раз... Главным нырял, в смысле? Не, ну просто искупаться. А, понятно. Решил в следующий раз с собой взять маглай. Ну что, на веревке положил. С квангом, если ныряешь в прорубь, то естественно на веревке привязан. Ну, в общем. Значит, шансов, что ты нырешь в прорубь, на самом деле, действительно стремятся к нулю. Ну, взял он с собой маглай, это думает, вот сейчас занырнул, под водой его включу, прорубь быстренько найду и вынырну. Ну и как он рассказывает, говорит, вот. Как бы я занырнул, а делал, это обычно вечером делал, то есть темно. Я нырнул, сначала было все черное, я включил маглайт, все стало белое. Но при этом одинаково не видно ничего. Что так, что так. На самом деле фонарик для дайвинга у меня тоже есть. Хорошие, более-менее приличные фонарики, которые светят более-менее нормально. Да? Они кардинально отличаются от тех фонариков, которые используются вот здесь, вот, например, типа вот этого и так далее. Там фишка в чем, да? То есть очень небольшая, очень несильная боковая засветка и очень-очень яркое центральное пятно. Угол там буквально 2 градуса, которые расходятся. Да? То есть вот, у нас дальнобойные фонари, вот здесь вот поверхность, это минимум 7 градусов, как правило. А вот для дайвинга используется где-то 2, то есть градуса угла луча. И вот именно вот оно как бы дает очень хороший эффект под водой. Но опять же, более-менее приличная яркость начинается от 1500 люменов, чтобы хоть как-то светить, да? Фу. Красота. Сумать, да? Ага, да. А Мариарти сидел с этой стороны, ну, на стрёме, на всякий случай, мало ли там. Помощь позвать, откопать и так далее. Вот. Ну, а Архимед там что-то там с химиком или башмаком делает. Вот. Ну, и тут видит вспышку. Ну, и начинает ругаться. Вот, что это такое? Кто там фотографирует в опасном месте? Ну, хорошо, ай-яй. И тут слышит такой вкрадчивый голос Мариарти. Что такое там? На стрёму вылезает оттуда.
Мориарти выбегает на поверхность. Он рассказывает, говорит, сижу на стрёме, говорит. Вот. Ничего никто не фотографировал, никакой вспышкой никто не пользовался. То есть все увидели вспышку, в том числе и Мориарти. То есть он видит вспышку и потом видит, как из стены, ну, как привидение молодого старика вылезает белое. И вот он тогда к ним, ребята, пошли отсюда быстро. А вспышку видели все. Откуда она взялась, никто не понимает. Белый спелеолог. Ну, это похоже на эту легенду уже о старике Каменотёсе. Я точно не помню, в легенде об ЛСП описано. Здесь как-то другая пещера, здесь вот не ассоциируется именно с белым спелеологом. Здесь другое. Вот тут как раз старик Каменотёс. Да, здесь, конечно, попрохладнее, чем в той части. Значительно прохладнее. И ты знаешь, это радует, на самом деле, реально радует. Потому что там просто ну реально жарко. Ну жарко, пока мы лазим, если там еще дольше посидеть. Например, вот в Одессе, что там был 12-14, а то и 18 градусов местами. Ого! То есть мы там в футболках гуляли. Но стоит прийти на стоянку и посидеть минут 15, ты начинаешь понимать, что это все-таки 12 градусов там, а не 25. Ну да, не без этого. Там футболка надевается уже свитерок, там потом курточка и так далее. Протяженность ходов самого большого цельного единого массива, который под землей соединяется, ну так, примерно, ну, приблизительно 2000 километров. Ничего себе! Это где такое? Одесские катакомбы. 2000 километров? Да, сумма ходов. То есть там много районов. Там центральная Нерубайская, барские каменоломни, там деревянные ворота. Каждый из районов по 100 с лишним километров сумма ходов. Кошмар. Это то, что топосъемлено, то, что провели топосъемку, реально сосчитали, сколько это километров. Обалдеть. Не думал. Настолько гигантские в Одессе. Вот там они действительно опасны. Там можно действительно по-настоящему заблудиться навсегда. Ну, в общем, да. Там не работает правило правой и левой руки, как у нас здесь можно ходить. Там попадаются двухъярусные куски системы. Если в них попасть и потерять направление, это трындец. Два яруса, это все-таки не горизонтальная пещера, где можно в этот тупик я сходил, пойду в другой. В двухъярусной системе так не получится. Где-то там пересек. Ну, из-за этого не работает правило там левой и правой руки. Пошел верхним ярусом, в один край ушел, нижним ярусом, в другую сторону ушел. Мы устраивали походы там, ну когда уже более-менее научились там ориентироваться, устраивали походы из одного района в другой. Ну почти весь день с перекусом в дороге. То есть, как-то мы гуляли часов 8, наверное. Обратно тем же маршрутом было лениво идти, вышли на поверхность в другом районе. И потом 40 минут шли по поверхности обратно к своему району. Ничего себе. Да, грандиозная катакомба. То есть, если у нас в Саблино считается, что тут вообще быть там не может, чтобы был ход от левобережья до станции, то в Одессе еще и за станцию, еще до Московского шоссе дойти можно. Да. Не вылезая на поверхность. Действительно грандиозно. Слышал про эти ходы, но, честно, ну, может, когда слышал, не представлял себе масштаб. 2000 километров, это, да, это. 2000 километров отсюда до Новороссийска. Да, где мы отдыхали? 2100, да. Если одесские катакомбы вытянуть в одну линию, то это будет от Одессы до Питера прямой подземный ход. И не осознать головой, не представить такой объем. У меня висела раньше, я в Петергофе жил, у меня на стене карта Нерубайского висела. Ну там несколько подрайонов, барские, центральные, деревянные ворота. На тот момент 150 что ли где-то километров отснято было. Она не полностью была тогда составлена, не отсняли еще. На формате А0.
Ничего себе. Не влезло? Да, там был просто кусок. Полностью весь массив, это в таком масштабе он бы занял, наверное, так теннисный корт, наверное. А ничего себе! Слушай, а что они там делали? Зачем? До сих пор, то есть несколько веков назад начали добывать этот ракушечник для строительства. И до сих пор подземным способом его вырабатывают. Сейчас там есть шахты, да, которые выпиливают камень. Забавно. И там работают флегматичные шахтеры, которым до фени на эти катакомбы. Которые просто ходят на работу и пилят камень. Наверное, они такими и должны быть. Да, ну забавно. 2000 километров ракушечник. Вот она отделка наших зданий, да, всяких. Вот куда не придешь в советские здания, там советского типа везде этот ракушечник был. Да. Вот откуда он. Но он такой ковыряется легко, пористый, как пенобетон. Легкий. И пилится вручную большой здоровенной ножовкой. Огромной пилой с большими дырами. Причем мы как-то сами попробовали, надо было пропилить. Ход один, попилили, да, пилится, вынимается, штука камня получается, как они там называют, штука камня. Сегодня я выпилил две штуки камня. Забавно. Легко добывается, естественно, довольно быстро эти катакомбы строились. Там уже очень много было хозяев. То есть там шахты вырабатывались не так, что там с одного места разрастались, а много-много-много точек. И изначально это было много небольших шахт. Потом они все разрастались и сбивались друг с другом. Вот соединились в один большой массив. Вдоль балок там всяких. Ничего себе. То есть это все-таки действительно несколько шахт, которые объединили вместе. А не как у нас тут обычно. Не то, что несколько, а несколько десятков, наверное. В общем, там под Одессой второй город. Ну, да. Под самой Одессой, под старой тоже много катакомб. Там каждая новая стройка, это обязательно там, как бы, они издырявливают весь грунт. Дай бог там катакомба попадется. Это чисто одесское правило такое, что нельзя строить, не прощупав полностью все. Если шахта будет, то дом просядет. Найдут какую-нибудь катакомбу. Бурят ствол 700-миллиметровый, туда трубу вставляют и зовут поисковцев, типа там, сделайте карту катакомбы, которые нашли. У них каждый год открытие по несколько километров. В общем, мы сами как-то в трубу спускались на территории отеля какого-то. Спускаемся, там шахта. Ходим по шахте, а потом там, вот смотрите, здесь есть интересное место. Вылезаем, а там такой огромный коллектор. Внизу ручеек течет, речка подземная, просто коллектор сточный, речку пустили. Прямо через шахту проходит, вот интересно. Ну и потом говорит, пройдитесь по нему вот туда, в сторону, ниже по течению, там водопад есть подземный на этой речке. По пути вы встретите шахту, в которой вход есть только из этого коллектора, с поверхности у него входов нет. Такого полно там. Там дик со спелеста пересекается, и даже со спелева много карста еще в этом ракушнике. Куча бомбоубежищ в них там сделано. Ну, просто забетонировали ходы, и получилось бомбоубежище. Раз в несколько десятков лет, там, если откроем пещеру протяженностью 500 метров, это ждут сразу целый бум начинается. Там, новая пещера целая, 500 метров. Так-то. Ну, это действительно круто. А в Одессе каждый год по несколько километров. Каждый год. Да. И вот этот массив в 2000 километров до сих пор до конца не исследован. Куча партизанских стоянок, дезертирских. Оружия много там. Там рай для чернокопателя. Там можно просто идти по новому району, который еще не исследован. Запросто найти на стоянку, которая просто нашпигована оружием. Гранаты, винтовки, автоматы, патроны, все есть.
Ну вот. Должна быть страшно неудобно. Но не знаю, удовольствие больше всего. Мудрились в ловнице. Я уже думал, все, больше нет ее. Повезло. Думаю, мы будем последние. В общем, будем считать, что нам повезло. Причем сильно. Что мы-то, конечно, тут еще не были. И да, сейчас весна придет. Ходы все начнут валить по страшному. Эти будут кусаться, если их нагло пытаться лапать, хватать. А так, чтобы она села на кого-то, вообще почти никак, просто никогда не бывает. Им обычно интересно, они будут, ходишь по пещере, они будут вокруг летать, убиваться, но приблизиться не. 100% она здесь пролетела, и что, совсем что ли? Ты видела летучую мышь? Да, она коснулась тебя крылом? Да, у меня пролетела. Ну, вот тут капец. Ну и интересно. А говорю, что сесть она никогда спасаемся. Не спасаемся. Чудо, спасаемся, мышек. Шел просто лопату без черенка, совковую. И ей там ковырял, сидел. И на меня там плиты сыпались, ехали. В общем, я отпрыгивал несколько раз, но благо там место было. Ну, примерно как здесь. То есть такой склон. Он на меня начинает ехать, я убегаю. Там успокоилась, я опять подхожу, начинаю все. Пока на себя все не сыпал, эти плиты и песок, когда проход уже открылся, тогда и вылезли. Там получился колодец такой в песке со стенками, которые вот-вот осыпятся. Стремно. Вообще дело было как интересно. Девчонки поехали в жемчужную, там, ну, недалеко от могилы, там лагерем встали, что-то ночью лежали, трындели. Я чувствую, что нос теплый стал. Ну, сквозняка нету. А там всегда сквозняк был, потому что еще вход негритянка был, там шкурник метров 10, наверное, длиной. И сквозило. А тут нет сквозняка. Ну, вот лежу такой. Ты чувствуешь, сквозняка нет? Да, а почему? Ну, наверное, вход завалило. Пошутил. Вот. А потом на следующий день выбрасываться, а вход завалило. Да. Ну, была лопата и копали, да? Ну да, нашел в системе какую-то лопату такую. А так пришлось бы вообще руками все. Да, стрёмно. Ну что ж, мы закончили ползать по телезе. Будем, главное, выходить к выходу. Да. Ну ладно, что, счастливо. Может быть, ты выживешь все-таки. О, какая красота. Да, счастливо, мышь. А это что такое за проход, интересно? Ну, это два прохода. Тоже как входа, да? Mm-hmm. Ух ты, вон она полетела. Я ее прямо видел. Я сказал, что летает. Да, вовсю летает. Реально мы ее разбудили. Вот и вон наш выход. Выход? Да, это выход. Вот там. Ну вот мы и прощаемся с телези. Аккуратненько вылезаем наружу. Из раскопанной нами дырки. Мы молодцы. А это Мишка. Я зато расширил проход. Теперь здесь удобно ползать. А что это из себя представляет? Вот что это из себя представляет. Ты справишься. Ну вот все-таки побывали мы в Петровской. Несмотря на все трудности.
помни, если пролез твой муж, пролезет тебя две. Я не могу прилез, колючий хороший, просто не иди. Нормально идешь? Рождение из земли. Вот он. Да, все, свободно. Вылезай. Рождение из земли. С лопатой еще. Красота. Ну вот. Фу, успешно выбросились. Фу. Ну не зря копали. Да. Это было круто. Это был потрясающий опыт. И здорово. Спасибо тебе. На самом деле огромное спасибо. С приключениями. Да. Да. Без тебя бы мы явно это не сделали. Это понятно. Так что огромное спасибо. Да я бы, наверное, это не сделал. Ну вот, все-таки теперь можно с спокойной совестью, что мы все-таки были здесь. Ага. Можно уже палиться с фонарями. Да, можно уже палиться, идти с фонарями. Что хуже нам уже не будет, да. Так что вот, еще ж идем дальше. В общем, вход в Телезе находится прямо на самой дороге. Вот мы ее покидаем. Хорошую дырку расфигачили. Ведь была просто ровная кучка снега. Эх, дырень. А вот здесь стояла наша машина. Сейчас мы ее чуть подальше поставили, дабы не палиться. Смотри, получается, мы вот здесь залезли, вот туда вся система, вот под этим провалом ходили. Вот. Ага. Провал-то есть? Да. И куда он провалился, там не совсем понятно. Если саблено видно, что есть провал, значит язык вывала будет из какого-то хода, вместо хода. Здесь же это вообще не наблюдается. Просто не проследить, как оно это получается. Ага. Удивительно. Самый загадочный катакомб. Да, найти вот там вот вход в пещеру это. Среди перекопанных полей дичайших. Это забавно. Да, теперь можно идти и не палиться этих замечательных ребят-строителей. Главное, что мы вообще сумели сюда попасть. Я уже думал, что все. Ну блин, как-то было жалко очень, как это. Да. Приехать и не побывать. Блин, ну была какая-то надежда, что она еще есть. Ну да. А сначала тоже еще там лопаты потыркали, раз, дырка, так буквально там 10 минут. Думаю, о, так легко, круто. Ага. Пришлось повозиться на самом деле. Да. Продолбать. Это главное. Разрушив потолок вообще. Не по правилам. Ага. Ну, хотя вскрышные работы там именно когда новые системы, там как строишь, так строишь. А здесь просто был штатный потолок, и сам вход засыпали. Вместо того, чтобы там, открыть там, где было, фактически сдвинули проход немножко вглубь системы. Ага. Он был весь наклонный раньше. А тут все еще. Ну что ж, начинаем преображение более-менее в белых людей. Мы ужасно грязные. Мы просто все в грязи.